Эх, скоро Новый год, а на Ютубе нет ничего интересного. А праздновать не с кем, капец. А хотя... Есть же телефон. Пойду-ка позвоню Диглу и Тащеру. Так. Дигл, алло. Чё делаешь? А почему спишь? Не знаю, я фастфуд нажрался. Ясно, ну слушай, у меня тут, конечно, есть предложение к тебе. Хочешь отпраздновать вместе со мной, Тащером, мы такие потанцуем? Жачка там будет? Обязательно, ты чё? Дигл? Дигл? Окей, ладно, Тащеру позвоню. Тащер, алло? Алло. Тащер, ты спишь? Нет. Я, конечно, извиняюсь, но не хочешь отпраздновать вместе со мной, Диглу? Почему бы и нет? Там есть еда, есть телек, можем посмотреть кинцо какой-нибудь. Мне все равно нечего делать, поэтому я согласен. Ну окей, приезжай, ты знаешь, где я живу. Давай. Ах, как навеселимся. Ладно, подожду-ка их. Пока посмотрим ютубчик. Ой, надо сейчас к Вове ехать и собираться. Я уже собран, Вань. Ну да. Осталось еще ехать к нему. А бензин-то хоть у меня есть? Ну, надеюсь. Сейчас еще к Вове нужно будет идти. Ну, сейчас я тогда по-быстренькому соберусь и пойду. Поеду. Или нет? Наверное? Дигл, здорово! О, здорово, Таща! Как чё, дела? Нормально у тебя. У меня тоже. И вот еду к Вове на вечеринку. Я тоже. Нормально. Короче, садись ко мне в машину. Окей. Ну что, как думаешь, будет там весело? Конечно, это же Вова. У него всегда весело. Это да. Вова! Вова! А чё, Вова! Дверь открыта. Неплохо. Да, ну понятно, он смотрел клип. Вова, просыпайся! О, Дигл? Чё ты здесь делаешь? Точно, извини. Ну да, дверь была открыта. Окей. Окей, ладно. А чё ты дверь оставляешь открытыми? Это я специально для вас оставил. Ну ладно. Ну, добро пожаловать. Можно сесть? Да, конечно, можно. Присаживайтесь. Итак, добро пожаловать на мою вечеринку. Ну, конечно, не такая большая вечеринка, но ладно, все же. Я тут Дигл курочку приготовил. А я думал, что так хорошо пахнет. Это же был Макдак. Ха, ну да. Ты же любишь Бигмаки. А Финтер где, кстати? Он на втором этаже спит. Он наигрался в Rainbow Six Siege. Ты бы видел, как он играл, это ужас. Ну как? Он хорошо играл, но просто так орал. Лучше вам не знать. Ну ладно. А кола есть? Кола? Есть. Сейчас я схожу. Подождёте? Угу. Давай. Ты видел, какой он грустный? Возможно, новогоднего настроения нет. Короче, знаешь, как поднимем настроение? Как? Сейчас тебе покажу. О, он идет. Вот вам. Здорово. Кола, конечно. Поставь, пожалуйста. Конечно. Опа. Так, есть.
Вова, смотри на телек. Ух ты, моя ли... Очень хотела вам сказать... Битва с снежками! Ну ты и суп. Дигл, встань нормально! Встал! Молчать! Молчать! Итак, спасибо всем, что смотрели этот новогодний видеоролик. И как вы помните, это место я снимал в прошлом новогоднем видео. Ты чё сел? Немного устали. Окей. И поздравляю всех с Новым годом. Спасибо, кто был со мной в этом году. Просто благодарочка. Поздравляем с Новым годом! В общем, ребята, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки. Пошел отсюда, я поздравляю. Всех поздравляю с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья. Подписывайтесь на наши каналы. Еще раз не подписывайтесь, видите, он по мне стреляет. И... ставьте лайки, подписывайтесь на Вовин канал, это обязательно, и будьте здоровы. А теперь, время смешных моментов. Это мой подарок? А ну стоять! Дигл, на, это тебе, лови, ебать. Принеси мне лучше пивка, женщина! Хайо! А хрен. Дай распаковать. Так, я. Не, ну ты все равно ты смешной. Да вообще. Я, конечно, все понимаю, но это тонкий намек. Капец, Тафер, что за фигня с Дилом? Чуваки! Не знаю. Это что за фигня на меня наверно? Это что за фигня? Я не понял. Это подарок. Удачи. Только не говорите, что в машине. В машине, Удачи. Давай, присыпь. Верни подарок. Таша, это тебе от меня подарок. О, спасибо. Эй, чуваки, я нашел одежду, реально было... Дигл, смотри, что нашел. Смотри, что мне Вова подарил. Это не намек. Ну как вы? Подписывайся от твоего канала. Слышь, это моя фраза. Ну и под. Отписывайся от твоего канала. Ой, классно. Вова! Вот подарок. Ой, спасибо, я режиссер вообще-то.